друзі, в тісному крузі фізику ми прославляємо. Довгому віку щастя без ліку фізика всім побажаємо. Формули точні, мудрі закони, завжди на службі людині. Фізика з нами і в школі, і вдома, кожної ночі і днини. Вчать по орбітах, всі електрони, яблука падають справи. І хоч ми з вами ще не ньютони, фізику вивчили на славу. Знати природу, вміти в ній жити, щоб стало в світі світліше. Фізика зможе всіх нас навчити, фізика найцікавіша. Желаємо, друзі, і в кінці, і в началі, щоб ви ні минути у нас не скучали. Хто-то трудним покажеться вам, хто-то розмішить до сльоз. Ведь мероприятие наше называется «О физике и физика, ты шутку и всерьез». Саша, как ты думаешь, что мешает классный класс и полковому директору на лекции? Распасться на отдельный жарёк и просто кто еще? Конечно же, взаимное притяжение молекул семиклассников мешает им расстаться навсегда и скрыться от директора. Тетя Оля упала в речку, мы стержили кустем. Пусть вышла на берег сухой, а тетя Оля выползла вся мокрая. Почему, Дим? Тетя Оля, молекулы воды тянутся всей душой и притягиваются сильнее, чем друг к другу. А к жирному гусю им притягиваются противно. Молекулы воды крепко держатся друг за дружку, и гусю не идут. Тетя Оля смачивается, а гусь нет. Набившись в бочку, словно у них там час пик, селедки требуют побольше соли. И сразу закрывают за собой крышку бочки. Интересно, чем с ними там соль занимается? Диффузией и очень успешно. Скоро попробуем селедку вкусного посола. Слушай, Дим, а вот ты как думаешь? А если проколоть колесо патрульной машины, что изменит воздух, тонущийся в колесе? Форму или все-таки объем? Ну, и то, и другое. Еще и папа отлупит. Физика увлекательная и многогранная. Изучить ее можно не только на уроках. Физика – это здорово. Без нее не летали бы самолеты и космические корабли, не ходили бы теплоходы и поезда. Не было бы физики, мы до сих пор ходили бы пешком или ездили на лошадях. Если бы не было физики, мы бы не смогли поговорить по телефону. Его бы просто не было. Без нее по вечерам в наших домах горела бы свеча. И не тусклая керосина горела. Без физики люди бы никогда не изобрели электричество. И всех электроприборов просто бы не существовало. Вы только представьте, что у вас дома нет ни телевизора, ни холодильника, ни стиральной машинки, ни утюга, ни пылесоса. Это просто кошмар. И без физики мы бы не смогли посмотреть кино, послушать музыку, сфотографироваться. Ужас. Физика. Какая емкость слова. Физика для нас не просто звук. Физика – опора и основа всех, без исключения наук. Она царица всех наук, но это строго между нами. Чтобы вам не оторвало рук, не трожьте физику руками. Что, почему, когда и где? Живут в земле, в огне, в воде. Вот первый раз огонь на воде. А почему он горит? Зерно под солнцем проросло. Зачем растению тепло? Лед легкий, а скала тверда. Что значит лед, а что вода? Река стоит, земная дверь. На ней всего важнее разум. Мозгов ты можешь не иметь, а физику учить обязан. Сила тока. Ладно, пусть будет током. В конце концов, не русский язык называть. Так, сила тока измеряет в метрах, в ге. Знаете закон Эйнштейна? Да. Запишите мне формулу на доске. Энергия равно. Энергия это буква И. Большой. Да заглавное Е. Энергия равно. Зачем вы прописи пишете? Как это получается равно? Параллельные и прямые, а получается равно. Не вертикальные, а горизонтальные. Энергия равно. Масса М умножается на С. Да не русская, латинская буква С. Русская С. Да без Е, просто С. Квадрат. Буква S должна быть в квадрате. Да не в каком квадрате. Двойка в углу. Не в этом углу должна быть двойка. Давайте подумаем, в каком углу должна быть двойка. И снова мимо. Вам никогда не стать физиком. Вон отсюда.